Оу, пацаны, вот и подъехал 17-й выпуск. Насчет конкурса на 1000 рублей. Пост будет сделан в группе ВК у меня. Победителя я там за скриню скину. Пусть он мне обязательно пишет ВКонтакте. Насчет видоса без цензуры. 10 лайков добивайте на этом видосе. Я выкладываю видос без цензуры в группу ВК. Видеозаписи в самом низу. Насчет моих соцсетей. Заходим в Инстаграм. ВК, там группу, шмруппу, вот это актив делаем, да, хороший, я добавляю друзья ВКонтакте. Еще насчет лайв-канала, там делаю стримы, обязательно подписывайтесь. И, в принципе, все. Приятного просмотра. Привет, лысый. Привет, волосатый. Как дела, лысый? Ты что такой довольный? Первый раз в рулетку зашел, да? Наверное, в реальной жизни целыми днями, а тут зашел такой, думаешь, ебать, на расслабоне зайду, чтобы там, может, ебал никто не набьет, да? Ну, типа того. Ну, вообще сразу видно, блядь, чепушили. Сразу видно, терпила. Не, не терпила. Терпила, терпила, блядь, хуй ебучу. Чё, как дела, лысый? Почему лысый? А вот ты можешь? Ты с чего вообще это взял? Да я просто шучу. В смысле же, шутки? А, шутка это значит, кому-то должно быть смешно. Вот тебе будет смешно, если приеду в Тверь, тебе набью. Не, не смешно. Ну вот видишь. Как ты узнал? Поэтому следи за своим языком, понял? Блядь. Ладно, счастливо. Давай. Вау. Вы краснодарские датчики? Да. Сколько тебе лет? Сколько дашь? Лет 20. -6. Вот, Минус только, восемь дашь. Травм попал. Ну, лет 25. 27. Мне. Я могу ошибаться. Эта камера искажает. Нет, сколько дашь? Лет 27. Ты ее мама? Да, я тебя обожаю, ты мое солнышко. Ничего себе, спасибо. Это вы ей, короче, жениха Да. ищете, да? Нет, мы не ищем, мы просто прикалываемся. Я мать современная. Вы вместе с дочкой сидите, смотрите, как тут всякие гадости показывают, да? Да, прикинь. Во. Ну, Ладно, сколько там лет? Лет доброго вам дашь? ве доброго вам вечера. Ёб твою мать. Вот он, слышь, вот он наглый, бля, палкой по голове. Только тебе. Скажи, да, слышишь, Пончик, скажи лучше не палкой по голове, скажи лучше пусть жопу мне засунет, да? Сука. Слышишь, стой, слышишь, ну стой, я тебя видел в спортзале, ты в Новосибирске бегала, короче, по 10 минут, по 30 отдыхала. Нет. Да, спортзал, я тебе говорю, про нее даже видос где-то есть, по приколу. Она беговая дорожка, короче, бегала минут 10, вот так, 5-10 минут, потом 30 минут отдыхала, короче. У нее отдых был с гамбургером вместе, блядь, на лавочке. Да ладно, что ты обижаешься, красавица моя. Ну чё ты, рыбка моя, обижаешься, я ж пошутил. Хуя у тебя шутки хуёвые, между прочим. Как гамбургер тут, да, который ты, блядь, на перерыве хавала. А, получается, ау. Подожди, подожди, чувак. Я тебя помню, тебя в клубе толпой в Самаре. Да, это ж ты на камерах, тебе леща, короче, при всех запустили. Да, при массе, короче, тебе леща запустили. Бля, вот эта встреча, мир тесен. Самары, да, сам, да? Ты Самар, я помню, видос шел как тебе. Ты слышишь, ты в клубе перед входом стоял, короче, что наморосил ты, тебе подошли леща, тебя запустили. Да? Ты чё моросишь, бля? Эй, не мороси, я еще одного леща тебя запущу, понял? Не мороси, бля. Слышишь? Если я ему леща запущу, ты потеряешься. Ты вот трепала, да? Это был спортпит. Да, это гамбургер был без котлеты, да? Видео снялась в другом месте. Это был, слышишь, это был гамбургер с протеином, походу. Жиросжигающий гамбургер, блядь, она хавала. Ты смотри, столько не смейся, похудеешь, ну тебя нафиг.
порнухи. Другой один говорит, что тут, блядь, гамбургер стоит. Один говорит, что я порнухи снялась. Другой говорит, что я с Новосибирска там бегаю на видовой... А, я перепутал. Это был видос, походу, со спортала. Это реально порнушка, походу, была с гамбургером. А, ну вот, может, Лёша признавал. Привет. Ты что делаешь? Признавайся, быстро. Я говорю, признавайся, что ты тут делаешь? Я смотрю на всяких дрочеров. Ты что, кайфуешь с этого? Нет, я не кайфую, я их перематываю. Почему? Мне просто нереально скучно, у меня дома ПС-ка четвёртая, ноут, интернет мне нечего. Поэтому ты в трусах лежишь. В трусах? Ой. Да. Сначала такая, типа, с понтом, ой! Я местный. Давай так, давай так. Если я угадаю, откуда ты, то ты мне папу покажешь. Давай. Казань. Мы ничего не знаем, мы с тобой договорились. А откуда ты знаешь? Ну ты покажешь, потом я тебе скажу, откуда я знаю. Так честно будет. А чё так изобразишь, сразу штрафуешь? А ты чё думаешь, брат? Не, бабки надо как-то зарабатывать. Крутиться в этом мире надо, вертеться, чтобы бабки крутились вокруг тебя. Ну, короче, ты оштрафован. А чё за наушники себе не, протокол не напишешь? Тигр, эй же, ауф, ауф. Правда. Слышь, ты чё чёрный, блядь, лицо прячешь? А ну кепку сними, блядь. А ну встань, блядь, когда с тобой разговариваю, хуешь, блядь. Ладно, садись, бля, добро. А чё ты, бля, встал, когда я тебе сказал? А уф, сразу видно, грозный, Вася, грозный. Ты с Грозного, да? Да, я откуда узнал? Я всё знаю, ауф, ауф, трам, папам. Ты чеченец? Я? Да. Не, узбек я. Чё ты пи***? Да, чеченец. Бля, ну молодцы, я тебе скажу. Сколько чеченцев встречал, блять, все в шутку воспринимают нормально, блять. Все, ну практически. Одному мужику говорю, я тебя воткну, блять, сейчас приду, он говорит, да? Ну ладно. И взрослый мужик, он потом мое видео в ютубе увидел, мне написал, и мы вместе с ним посмеялись над этим, блять. Просто, блять, красавчики вы все.